Встреча волонтеров с космонавтом Олегом Кононенко началась с дружеского поединка в настольный футбол. Здесь просто локоть рук. Правда, закончился матч быстро. Космонавт признал мастерство противника. Таким образом, счет в серии игр между послами чемпионата мира и волонтерами 2-1 в пользу последних. Позже Олег Кононенко рассказал, что любовь к футболу не слабеет даже на земной орбите. Если проходят какие-то мундиали, мы всегда эти соревнования смотрим. У нас есть трансляция этих турниров. Плюс на станции есть маленькие мячики. Мы иногда играем и в сокер, и играем в американский футбол. Вопросы сыпались один за другим. Кононенко рассказал о детской мечте стать космонавтом и о своем пути к звездам. Признался, что работа ему не снится, да и сны самые обычные, земные. Вопрос о том, что снится космонавтом, меня действительно интересовал очень-очень давно. Появилось именно вдохновение, потому что мне сразу захотелось тоже полететь в космос и равняться на этого человека. И даже мечты о космосе после такой встречи могут стать реальностью. Олег Кононенко рассказал, как это сделать. Объявлен набор в отряд космонавтов, прием документов до 14 июля. Поэтому, если у вас есть высшее образование законченное, специалитет, либо магистратура, и вам всем до 35 лет, то я приглашаю вас поучаствовать в этом процессе. Валерия Макарова, Константин Головин, «События».